Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас новое видео, второе видео с этой деревни. Прошлый выезд здесь мне очень понравился тем, что с одного фундамента достал все цари, причем всех эпох. Деревня шикарна тем, что она очень старая, большая. Сегодня я узнал, что вон там он по четвергам ярмарка была. Ну, ярмарка, наверное, все-таки в советское время. Затем также узнал, что последний дом, который здесь вот разрушился. И вот у нас вот здесь вот последний дом был за моей спиной, который простоял самое большое количество времени. Это был магазин. Ну, тоже советское, но там мусора, вот такая вот куча шифера и всего прочего. Но на перспективу, на будущее можно. Фундаментов здесь предостаточно. Я приехал один, но здесь комрады с двух часов копают. Это у нас вон там, вон, видите, желтенькая машинка. Узнаете, это Санек. Вот, Бамбл тот, который. И с ним еще Андрюха. В общем, ребята, сегодня постараюсь тот фундамент, который я на прошлом видео засыпал, я думаю, немножко его расширить, а может быть даже и углубиться, так как при засыпании фундамента за собой, подрезая стенки, выпали две интересные находки. Выпал пятак, это раз, и во-вторых, выпала кокарда. А кокарда белогвардейская. Вот. Это означает, что там был солдат. Может быть, там могут быть и награды, в частности, Первой мировой. Так что это очень любопытно, и я на него вернусь, покопаем. Сегодня я испытывал свой автомобиль, очередной пробег устроил в 200 километров. Нормально, с Казани ехал, накатал 400, тоже зачетно. Мне, в принципе, все понравилось. Погода сегодня жаркая, кое-где облака проходят, значит, будет иногда тенечек. Кстати, находки у них шикарные, они уже третий выезд добивают этот фундамент. Ну, уже порядка, наверное, около 100 монет они оттуда вытащили, причем очень интересный. Там сегодня откопали несколько павликов, сибирочка выскочила, Елизавета, и причем все крупные монеты. Вот. Так что приятного просмотра, будет интересно. Ну что, ребят, подошла к пацанам. Там Саня сидит в машине, отдыхает от жары. Здесь у нас Андрюха, тоже заядлый шурфолог. Андрюх, здорово. Здорово. Что там интересно по находкам сегодня было? Было. Было. Что, пойдемте тогда смотреть? Бабушки разные. Пошли смотреть. Находочки? Да, находочки. Сделаю обзорчик. Сразу видео начну с шикарных находок, с шикарных монет. Вот. Это у нас копомобиль Санчи. Ее прозвали Бамблби. Ну и Санки это погоняло, привязало. Сейчас я покажу находки. Шикарные. Вот, Андрюха сейчас. Санек, Сань, принесешь свои находки? Вот, так что сейчас находки. Сразу видео начинаю с царей, с крупных царей, с вкусных царей. Так что, блин, я думаю, сегодня день будет шикарный. Так, ну что, давайте, Саня, вот такая вот, 64-й год, Екатерина, это 2 копейки, вот такая вот, Елизавета, скорее всего, копеечка, трешка Николаевская, это деньга, и копейка, по советам, так вот, по сопутке, вот так вот. У Андрюха немножко поинтереснее, то ли он встал в хорошем месте, то ли он лучше видит. Ну, здесь деньга, две двушки николаевские, две копейки, по копейке николаевские, две копейки, павлик, 1801 год, вообще бодрый. Немножко похуже, 1800 год, тоже павлик, шикарная вообще Лиза. Не затертая, ничего, 57-й год. Вообще классно. И очень редко для наших мест это сибирочка. Копейка, наверное, скорее всего. Две копейки. 1771. 71-й год. Вообще шикарная монета. Что, поднимал такие монетки когда-нибудь? Первый раз. Ну вот. И все. Павла первый раз. Павла первый раз? Да.
Вот так вот, ребята, смотрите, это с 2 часов, да? Или со скольких часов? В два вы выехали, да? С 4, полпятого. Короче, получается, за 7 часов с фундамента, который, блин, 3 дня. Три выезда, и вот тут Санька бомбил. Короче, площадь огромная. Ладно, пойдем свои. Я вот думаю, может быть, вон там он добить свой фундамент, где... Он добивает. Он, видишь, как стреляет. Да. Видишь, как стреляет фундамент. То нет, 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 потом бах-бах-бах. Вот он вот с одного места все дернул, как будто кошелек высыпали. Итак, ребят, вернулся я на свой фундамент. Сейчас я его немножко откапываю, то, что присыпал. Вы знаете, сигналов как бы нет пока. Но смотрите, вы уже, наверное, узрели. Смотрите, бутылочка. Вот это да, с надписью. Заведение искусственно минеральных воды Рахе. Ох-ох-ох. Вот это да, Казань. Я пару дней с Казани вернулся. И вот такая вот бутылочка. Зачет. Это лучше, чем монета. Вот это надо искать. Вот, ребята, вот. Чудо. Чудо из чудес. Зачет. Палец кверху за первый же сигнал, который приятный. А бутылочка, ребят, действительно очень интересная и с очень хорошей историей. Бутылка с надписью «Заведение искусственных минеральных вод» F. Grache. В центре Старой Казани, на улице Большая Проломная, расположилась аптека, возглавляемая А.И. Бренингом. А на улице Малой Проломной и поперечно Воскресенской улице, а ныне улица Профсоюзной и Астрономической, в 1855 году была открыта одна из производственных аптек города, основателем и владельцем которым был сын иностранца, русский подданный, коллежский советник Фердинанд Христофорович Грахе, имел крупнейшую в городе аптеку и завод искусственных минеральных вод. Низкое качество казанской воды и недостаточная водопроводная система обеспечивали высокий спрос как на минеральную воду, так и на различные прохладительные напитки – квас, лимонад и сидр. А в летние месяца минеральные воды в большом количестве поставляли в самые отдаленные приволжские города и южные районы России. Итак, ребята, долго, упорно я шел к этим сигналам. Можно даже теперь и пивка глотнуть, и покурить. Раз сигнал был. Ну, на взгляд появилась еще одна. В итоге выкопал 2 сигнала. Первый сигнал. Это у нас маниста, счетный жетон. Очень тонкий, очень. Глядишь, развалится, да. Развалилась в руках. И вторая. Это, блин, это у нас твою дивизию, блин. Еще одна маниста. Но маниста очень-очень странная. Это, не знаю, что-то странное. Первый раз такое вижу. Сейчас почищу. Итак, ребят, со своим фундаментом я закончил. Что-то он ничего не дает. Все. И сейчас хожу в поисках новых фундаментов. Все, конечно, вот в таком вот состоянии, то ли ковыренные, то ли что. И вот здесь вот у меня был сигнал. Приятный сигнал. Выпал кругляшок. К
крупный кругляшок. Вот он. Смотрите, вот слепочка еще такой. И что это у нас? Что-то непонятное. Да твою дивизию. А здесь понятно, ребят, это всадник. И я лопатой так ее зашатал, блин, вообще. Рука жоп. Судя по всему, Лиза или Катя. Твою дивизию, а. Честно скажу, сильно. Да, сильно я ее засадил. Не только слой патины снял, но и... Ну, я не думал, что вот в этой вот... Потому что вон там пробки, пробки, пробки. Здесь звонкий сигнал и вот такая вот монета. Не ожидал. Ну ладно, посмотрим. Сейчас походим здесь вокруг этого фундамента. Может, перспективный. Итак, ребят, время уже темнеет. Не просто из-за того, что время подходит к своему завершению, а из-за того, что надвигаются тучи. Я как бы уже нахожусь в таком, знаете, как подкова. В середине я нахожусь, а по бокам кругом тучи. Тучи как бы такие сильные, ребята. Вот, там уже поход дожди, там надвигается, и сзади идут тучки. Так что не знаю, получится нет. Может быть, нас прогонит. Слышите, да? Грохочет. Вот, мы с Кингом сейчас перекусили, дабы как бы под дождем это мероприятие не делать. В общем, мясо Кинг просто-напросто поест. Поел. Вот, а я просто-напросто бяку. Доширак. Вот, так что все, мы сытые, довольные. После того, как поднял Екатерину. Да, Екатерина была двушка, 1763 год. Я поднял еще верховую, пятачок 1940 год. С собой камеры не было, и из-за этого я вам не показывал. Сохранчик прям бодрецкий, прям, знаете, вообще классный, видите, да? Прям классный. Ни одной раковины, ни одной язвочки. В общем, я что думаю, вот здесь вот сбоку имеется фундамент, как бы его немножко ковыряли, но ковыряли, наверное, кто собирал металлолом, кто там? И, в общем, попробуем, далеко от машины, чтобы не ходить, а вдруг дождь как хлынет. Сегодня весело здесь, на той стороне речки, свадьба, вот музыка орёт, Горько кричат, в общем... Кто-то хомут на себя повесил. Надеюсь, будут счастливы. Ну ладно, поехали. Вот такая, ребят, погода нас встречает. Вечерняя. Мы под козырьком спрятались с Кингом. Кинг вот сидит в машинке. Да, Кингуль? Это моя собака. В общем, ребят, ну куда ты, Кинг? Кинг, у меня молнии, гром немножко побаиваются. Да, 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 Кингу. В общем, сидим. Все, все, это надолго, все, надо в машину прятаться. Ребят, весело, копаю. Да, весело, весело. Итак, ребята, у нас солнышко закатилось, как ни странно, но Женька выехал из Самары, едет ко мне 170 километров. И, в общем, вот такой вот фундамент здесь, ребят. Ковыренный везде. Я вот за этими кустами, у меня машина. Далеко на ночь неохота уходить. И решил разработать это. И вот смотрите, видите, да? Видите это?
Это, ребята, монета. Это монета. Царская. Царская двушка николаевского образца. Но конкретно сказать что-либо не могу. Но это царь. 2 копеечки. Зачетно. Кто-то начинал здесь шурфить и бросил. А я продолжил. И результат сразу получил. Здесь ковырнул несколько раз. И здесь ковырнул несколько раз. Засыпку выкидываю за пределы фундамента. Ладно. Ждем Женю. Итак, ребят. Сижу около костра. Но уже не один. Приехал Женька. Я прям доволен тем, что Женька приехал. Жень. Привет, Жень. Видно? Да, видно. Привет. Всем привет. Привет, привет. Зарядили прибор. Да, ребят, я был удивлен тем, что на ночь глядя, Женька приехал и доволен этим безумием. Ночевать я буду сегодня не один, вот, с Женькой. И сейчас мы отправимся. Жень, ты говоришь, что это все-таки лучше пойти добить тот фундамент, где у меня достаточно очень хорошие находки были, где я сегодня там бутылочку выкопал. Вот, и Евгения говорит: Сань, пойдем туда, попробуем, может быть, чем-нибудь выскочит. Хотя он выдохся. Выдохся. Я сейчас начал разрабатывать новый фундамент, где двушка николаевская последняя вылетела. Год не знаю. Вот. Но Евгений изъявил желание именно тот добить. Так что мы сейчас туда отправляемся, покопаем пару часиков. Ну а что получится, вы увидите. Так что пожелайте нам удачи. Особенно Женьке, потому что у него находок пока нету. Женя? У меня главная находка, я здесь, я отдыхаю, я очень рад. Я поздравляю тебя с покупкой машины. Я приехал, в общем-то, даже, не знаю, отдохнуть с вами, с тобой и поздравить тебя с покупкой машины. Я очень рад за тебя. Да, ребят, это у меня... Честное вот слово. Да, ребят, у меня позади, видите, на заднем плане, да? Вот он, красавец мой, новый копомобиль. Итак, ребят, не зря земляного деда. 870. Земляного деда. Задабривали. И вот, наконец-то, последняя рюмочка я выпил именно за то, чтобы Женя нашел царя. 1870 какой-то год. 75-й. Ну, достаточно бодрый. Смотрите, какая хорошая. Она в первой сыпке, сэр. Да, хорошая. Первая сыпка пошла, и она вылетела. Вообще зачет, зачет. Ну, мои поздравления. Монета достаточно бодрая. Классно. Почин есть. Соскучился по монетам. Не зря приехал. Цари уже пошли. Хорошо. Медаль давайте. Итак, ребят, скоро рассвет. Вон в той степи где-то солнышко встанет. Сейчас нам подходил охрана природы. Вот, Женя с ним разговаривал. Вон там вон свадьба прекратилась. Все успокоились. Кинг у меня тоже утихомирился. У Жени копеечка, у меня копеечка. Сопутка у Женьки там прет. И, ребят, из-за того, что находок особо нету, хочу вам показать вот такую вот монетку. 15 копеек. 43-й год. 43-й, да? Да, 43-й. Жалко, что не 42-й. Да, был бы 42-й. Я был бы довольный копом. Ну а так, ладно, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. Ребята, вон сидит Женя в темноте. И мы только что с ним дискуссию развели насчет христианства, церкви и т.д. и т.п. И вы знаете, и буквально, блин, следующий какой сигнал произошел. Это вот такой вот, смотрите, серебряный крестик. Да, серебряный крестик, ребят. Причем целый, с ушком. Даже эмаль имеется какая-то. О, хороший крестик, хорош. Эмаль. С обратной стороны. А сейчас я вам показываю пробу. Фокус. Сможет показать пробу?
царская или советская. Не, расплывается, ребята, расплывается. Но эмаль, видите, да? На крестике имеется эмаль. Зачет. В копилочку. В наш кармашек отправляется. Итак, ребят, наконец-то долгожданный царь. Почему царь? Потому что я видел, что я по нему шмякнул. Видите, да? Немножко по гурту. Что за монета? Что за монета? О, да это... Это Катя или Лиза? Да, ребята, это Катя или Лиза. Сейчас я вне эфира ее освежу и посмотрю. И вам доложу. Нифига себе, зачет. Ребят, доброе утро. К нам присоединился Санька, который приехал рано-рано утром. Здорово, здорово. Ты, Сань, лучше скажи, как ты вчера умудрился просрать хабарницу? Копал весь день, откопал кучу монет и просрать хабарницу. Прекрати. М? На всю волю Божью. Ну, а что ты не нашел? Не находится. Не находится? Дед хабар как дал, так и взял? Да, да, да. Не мое, значит. Молодец. Все, ребята, мы проснулись. Сейчас тоже отправимся искать монетки. А я уже нашел. Угу. Посмотрим, что ты там нашел. Итак, ребят, наш лагерь разбился на две категории людей. Категория, которая отдыхает, получает удовольствие на природе. Женька. Конечно, сейчас тоже в эту категорию ухожу. Вчера ночью я снова потянул спину. Отдает в левую ягодицу. Копать очень сложно. По верхам немножко походил. Ничего не нашел. И вот тоже в этой категории отдыхающих. На улице очень жарко. Не облачко, да? Ну, чуть-чуть есть. Вот. Ну и категория те, которые работают. Которые получают удовольствие на природе с лопатой. Это Санек. Да, насчет копа он, как, наверное, и многие, жадные. Копает, копает, копает и получает от этого удовольствие. Ну и, естественно, находки. Он приехал сегодня, поднял несколько монет Павла Первого. Затем он поднял, что он там еще поднял-то? Александра. Вот, он их уже почистил, ребята. Да-да. Ортофосфорной кислотой, которую я ему дал на пробу. И результат ему нравится. В общем, ребят, немножко отдыхаем пока. Пока солнышко немножко не сойдет, попрохладим. Вот, прячемся в кустах. Классно, отдых зачетный. Скоро домой. Итак, ребят, пришло время попрощаться с вами. Солнышко у нас подходит к завершению. По пути решил заехать на святой источник, где вода с повышенным серебром. В общем, по пути заехали. По находкам отчет делать не буду. Сами видели, что мы накопали. Единственное, что не показывал находки Санька, который приехал рано-рано утром. У него получилось, что там, Павел, 2 копейки. 1801-го. И была монетка в очень хорошем сохране. Это Александровская царица полей. 2 копеечки 1826 года. Вот, в принципе, нормально получилось. Огромное спасибо пацанам, которые Женя,
приехал ночью. Ребята, ночью приехал, сорвался, приехал ночью. Вот. И Санька, который приехал в 4 утра. Вот. Ночевать одному не пришлось, как в прошлый раз. Так что всем огромное спасибо, кто присутствовал сегодня на КОПе. Вот. Также огромное спасибо всем-всем-всем, кто меня смотрит, кто ставит пальчик кверху за трудостарание. Вот. Так что, если не подписывал, то подписывайся. На этом и все. Всем пока. До новых встреч на КОПе. We'll be right back.